Добрый вечер. Ой, я так стомился. Ой, так стомился. Ой. Привитание усім. Салют, Топа. А ты чего тут разлегся? А кто гулять со мной будет? Ой-ой-ой. Не, гулять я не могу, потому что я вельми занятый. Ой. И чем это ты таким занятый? Бачу, что просто лежишь да усё. А ты добро погляди, о! Ну, усё ровно ты ляжишь и ничего не робишь. Я бачу это с любой отлеглости. Ничего ты не бачишь, коли не разумеешь, что я зараз займаюсь вельми складанной справой. Вось так справа. Лежать на подушце. А ты поспробуй зробить это по усіх правилах. Какие тут правила? Поклав голову на подушку, да ляжи. Хочешь, на один бок повернися. Хочешь, на другий. А коли жадаешь, можешь носом у подушку зарыться. А я ж не просто так ляжу. Янка, я зараз ничего не роб. Чего? Я ничего не роблю. Але роблю это по всех правилах. Топа, Топа, а у тебя температуры нема? Нема. А с ложку ты не сваливался? Ниоткуль я не сваливался. А ты лепш отчапись от меня. Не перешкаджай справой займаться. Ой, Топа, нечто с тобой отбывается дивное. Ой, не наговорывай на меня. А вот лепш сама поспробуй такой справой заняться. Только я упэўнены, что у тебя ничего не отрымается. Ха! Быть обибоком – самый легкий заняток из усих. Так, отойди, я покажу, как я обибоком могу быть. Не, Яночка, ничего у тебя не отрымается. Еще як отрымается. Ляжи, да у столь гляди. Так, не, этой справой я буду займаться. А ты хотела гулять? Вось и гуляй на здоровье. Салют усім. Привитание, Даник. Коли можешь, не перешкаджай мне важной справой займаться. Это справа быть обибоком. Даник, а ты был коли-нибудь обибоком? Навод и не вспомню такого. А чему б не поспробовать? Так, где тут у вас самая мягкая подушка? А все ровно, у тебя ничего не отрымается. Это чому? Потому что, как стать ничего не робом, треба добро подрыхтоваться. И что там рыхтовать треба? Как что? По-першее, зручное место, как не звалиться. По-другое, настроиться на справу. И як на яе настроиваться? Так без подрыхтовки не отрымается. Чому? Потому что треба научиться не отрываться ни на что. О, побач гуляют сябры и тебе просят долучиться. Але ты трымайся, ты ж обибок. А коли что-нибудь смачное з'явится побач, як быть обибоку? Одразу съесть их. Это ж не по правилам. Коли обибок трымается и ничего не робить, окромя того, что... О, баки мне, тады чому ён повинен частоваться? Вот и у меня не то ж пытание. Чому? Слухайте, что вы до меня причапились? Пытаниями завалили. Я не могу засяродиться на своей складанной справе. Ну, добре, ты засяроджвайся, коли ласка,
А мы з Даніком покуль что почастуємося. Тримайся, бровка. Одна на двоих. Что? Так справа не пойде. А я? У нас справа зусім незначная. Усяго только цукерку поделить, да з'їсти. А вось ты, сябр, працуй, працуй, не отрывайся. Ай-яй-яй, и вам не соромно. Лепшага сябра ласуна, о, без цукерки покинуть. Не соромно, у тебе ж такая важность и складанность. Ты отпочивай, а мы за тебе почастуемся. Ты не хвалюйся, мы справимся. Так, мои планы резко поменялись. Я трошки поздней обибоком побуду. А покуль у меня больше отказная справа. Это еще якая? Да помогчи вам цукерочку поделить поровну. А потом оцените ее смак. Ну, то потады тебе складанную справу обибока придется откласти еще далей. Чому? Ну, потому что мы с Янкой после почастунков плановали разобраться у новой компьютерной гульни, а после еще и мультфильм поглядеть. Без меня? Ты ж заняты. Усё! Откладаю далей свои справы и долучаюсь до вас. Топочка, это чудовно, але ты ж почал настройку на другую справу. Перенастроюся, я готовый. Так, давайте делить цукерку. А может, лепше за компьютер? Не, давайте зараз разом займемся той справой, якая будет цікава и нам, и нашим глядачам. Усе ведают, что за яна? Запрошаем усіх на мультфильм. Угу. Быть обибоком – сумная справа, скажу я вам. И вельми складаная. Лепш займаться цікавой и корыстной справой разом с лепшими сябрами. Только зараз час, каб нагадать усім, что треба прибрать цацки, помыть тварики и отправляться у ложечки. Жадаем усім убачить самый цікавый сон. Тады веселых усім снов. Добра ночь, сябры. Баю-бай, разом с нами засынай.